Ну, срезали пластиковых упаковочных ленточек и приклеиваем к нашей формочке, к нашему горшочку. Какая у нас интересная чиполина получилась. Улыбочку. А ну давайте сфоткаем. Давай сейчас на фото. Клеим последнюю ленточку. Можно выключать. Вот так пусть и будет, волосатая чашка. Поехали, как-то волосатая. Ну что, тоже интересный вариант, но... Не, мы по-другому сделаем. Сейчас мы наши ленточки зафиксируем, таким же образом приклеим к столу. Они потом оторвутся после того, как мы сделаем жесткую конструкцию. Как ты будешь фиксировать? Так же, как мы склеили ленточки на форму с помощью клеевого пистолета. Сейчас мы эти ленточки укоротим, чтобы они нам лишнее не мешало. И приклеим к столу. Ну, мы приклеили наши ленточки к столу. Теперь у нас конструкция жестко зафиксирована. И можно уже заклеивать вот эту часть, которую мы хотели увеличить нашу поилку. Вот таким вот образом.